Это электроника. Так, ну если шлем отойдет, я не виноват, давай. Сейчас, шлем надо застегнуть, а то от электрики всякой можно ожидать. Давай, только мне ударить. Все, можно ехать? Да. Понятно, что было, хоть нет. Так, она такая совсем коротенькая. Явно есть ограничение по максималке. Ладно, семерка по трехкарде едет быстрее. Ну, рулится она получше, понятно. Явно есть ограничитель какой-то по скорости. Она послабее, но для детишек-то самое то. Скажем так, просад ее. Как начали просад. Самое то. Для детей самое то. Детей, она и разгоняется поменьше, и чувствуется, что ограничитель какой-то на прямой стоит. Вот на большой прямой она упирается. Ну, смотри, явно. Тут все, я так вот, ты электрик, можешь даже сам посмотреть. На мотор, как все сделано, как вот программа. И посмотри, какая звезда сзади большая. Давайте возьмем. Я думаю, они это сделали для того, чтобы батарейки на подольше хватало. Поэтому они загруз большой сзади поставили, видишь? Ух ты. У меня на успеть такая. То есть, соответственно, загруз и легче ехать, соответственно, меньше тратится энергии, правильно? Я так понимаю. Ну, есть же легче ехать. А видишь, двигатель, он, я не знаю, вот этот блок какой-то тут. Вот от стиральной машинки, по-моему, мотор. Ну, похож, похож. Ну, типа. Такое советское. А ты как раз вот это понимаешь? Я не электрик, я программист. А, ну. Извини, тогда ты тоже, как и я, в апельсинах.